Очень классное место. Надо как-нибудь сюда еще раз прийти. А, да, мне тоже понравилось. Много людей молодых и разных, и много занятий разнообразных. Учеба, тусовки, спорт, интернет, на всякие глупости времени нет. Что-то вредное, что-то полезное, когда молодой тебе все интересно. Ты с этим девизом по жизни идешь. А что за девиз? Даешь молодежь. И в общем не важно, где ты живешь. Даешь молодежь. Важно лишь то, что от жизни берешь. Летом кому-то прикольно на пляже, кому-то на северном полюсе. Даже нашим фантазиям нету границы, не важно, глубинки ты или столицы. Рэперы, панки, эмо и готы. Утром учеба, ночью работа. С нами ты много по жизни идешь. Ты молодой, даешь молодежь. Даешь молодежь. Ты знаешь, что хочешь и долго не ждешь. Даешь молодежь. И как тебе нравится, так и живешь. Даешь молодежь. Барышка, ну ты скоро? Ну сейчас, Федор Ефимович, вы же сами говорили, что с этим шутить нельзя. А то поломаешься, будешь сидеть на скамейке запасных. Ну правильно говорил. Давай быстрее, тебя одного ждем. Хорошо, сейчас. Я готов. Наконец, барышка. Так, все по местам. Здравствуйте, вас приветствует аппарат экспресс-оплаты. Выберите нужную опцию. Вы выбрали опцию «Купить экзамен». Выберите желаемую оценку. Выберите название предмета. Ставьте купюру. Выберите фамилию преподавателя. К сожалению, выбранный преподаватель взяток не берет. Добавьте еще 1000 рублей. Он что, сломался? Вы подняли руку на преподавателя. Платеж аннулируется. Деньги верни мне. Удачи на экзамене. Удачи на экзамене. Удачи на экзамене. Здравствуй, Лика. Привет. У меня для тебя маленький подарок. Тебе нравится? Знаешь что, Егор? Я думаю, нам нужно с тобой расстаться. Что-то случилось? Нет, ты, конечно, очень хороший, но мы с тобой не подходим друг к другу. Почему? Понимаешь, мне не хватает разнообразия. Ты такой... Ты слишком постоянный. Да, вот... И возьми, пожалуйста... Все свои подарки. Лика, я все-таки не понимаю, почему ты меня бросаешь? Даешь молодежь. Маш, ты куда, ну? Давай еще немножко погуляем. Что там? Смотри, какая погода хорошая. Зойчик, я устала. Хочу на ручках. Опять? Ну, давай на ручках. Ну, сколько можно-то, а? Ну, я люблю на ручках. Маша, это в последний раз, Маш. Привет! Мы находимся на благотворительном показе от ведущих «Кутюрье России». Как заявили организаторы, все собранные от показа средства будут направлены нуждающимся. Браво!
где? Я здесь. Герм, ты вытащил меня прямо из фитнес-клуба. Что стряслось? Данила, я должен сказать тебе что-то очень важное. Данила, я ухожу из модельного бизнеса. О май гад! О май гад! О май гад! Какая интонация? Данила, ты слышишь, что я тебе говорю? Я ухожу из модельного бизнеса. Все. Понимаешь, это гнилой мир. Там все живут по волчьим законам. А я не хочу. Все, я больше не хочу быть красивым. Я больше не красивый. It's over. Подожди, подожди. Ты такой хулиган. О, я хулиган? Да, это твой новый стиль. Ну-ка, ну-ка, сделай свой взгляд. Берегись. It's impossible. Я краса района. Ну-ка. Посмотри, мы такая уличная банда. Мы банда. Это не в тему. Не в тему. Мы краса улиц. Да, да, да. Мы такие короли ночного города. Это наш новый стайл. Damn. Хулиган стайл. Это новый тренд. Только никому. Что еще? Ну, может, ты нас сначала с папой домой отвезешь, а? Слышь, укроп, хочешь, я тебе загадку загадаешь? Давай. Короче, загадка. Зимой и летом одним цветом. Машина. Нет. Да. Да. А хочешь, я тебе загадаю? Давай. Какую хочешь? Ну, эту. Зимой и летом одним цветом. Загадка. Зимой и летом одним цветом. Машина. Нет. Да. Синяя машина. А, да. Ну, все сходится. Слава Богу. Давай. Да. Даешь, молодежь. Итак, дорогие мои, вчера прошла последняя третья пересдача годового экзамена. Поэтому, как я вас предупреждал, кто не сдал, больше попыток, увы, не будет. Итак, оценки. Бежоев – 2. Бурховский – 2. Сидоров – 2. Петров – 2. Куценко – 2. Лежа, вот ты где? Я тебя по всему району ищу. Чё творишь? Чё, не видно, что ли? Создаю искусство. Так сказать, решил оставить автограф этому дому. Прикольно. Так у тебя вот здесь ошибка. Где? Здесь. Ну вот здесь. Правильно пишется ржавый, а не ржавой. С какого перепуга-то? Проверочное слово. Какой ржавой?
а не какие ржавые. Ты вспомни, Нина Федоровна постоянно нам говорила: ищите проверочное слово, либо вылетите у меня с учебы, козлы. Да, но все равно ошибка. Да где, быль, что ли? Да ржавой ошибка. Неправильно. С какого перепуга-то? Ржавой. Не, вот сейчас поспорим, да, вот прямо сейчас, на ящик пивандрия. Че, жим-жим, что ли? Нет, давай спорим. Ну все. Че, давай, громотей, сейчас позвоним в любую квартиру и спросим. Пойдем. Ну, пойдем. Ржавой. Ржавый. Ржавой. 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 Ну что, звоним? Давай. Ну все, готов ящик Певчанского. Ну сейчас посмотрим. Mm-hmm, посмотрим сейчас. Ну, какие люди? Младшенька, башка-то, что надо-то? Давай, давай спрашивай. А можно мы у вас в подъезде стены помоем? Не можно, а нужно. Ну, кругом. Выполнять шагом. Жаченька, а ты мне нравишься в последнее время. Знаешь, какое у тебя проверочное слово ржавый? Какое? Баран. Ржавый, правильно. Ржавой. Ржавый. Ржавой. Три, четыре. Все, закончили. Молодцы, молодцы. Чао, чао, чао. О, ну-ка. 47 килограммов. Ну-ка. 0.5 кило. И это 0.5 кило. А это... 3 килограмма. Триста грамм? Ого! 35 килограммов. Так, и сколько у меня получается? 0.5 кило, 3 килограмма. 300 граммов. 35. Итого у меня получается... Ай, я запуталась, а сколько голова? Голова у нас 3 200. 3 200. А было 3. Ой, больше не думать, больше не думать. Я так никогда не похудею. Даешь, молодежь. О, Марь, смотри, явилась. Ну? Я жду объяснений. Ты на часы хоть иногда смотришь? 3 часа ночи. Тебя что, с собаками искать надо? Мы уже всех твоих друзей обзводили. Понимаете, я... Да я понимаю. Тебе на все наплевать. На нас наплевать. А если случится с тобой что-нибудь? Эгоистка неблагодарная. Ты хоть подумала, как мы жить-то будем дальше? Мы к тебе со всей душой. Всего-то за 30 тысяч в месяц. Да-да, простите, я забыла, совсем забыла. Вот, это... За этот месяц и за следующий. Но если вы так переживаете, то, может быть, ну, то, может быть, мне лучше снять другую квартиру? Да ладно, чего уж там. Ну, бывает, дело молодое. Да, только в следующий раз, пожалуйста, так будьте. Да, ты ведь пойми, ты нам как дочка, понимаешь? Мы же к тебе как отец и мать относимся. Все, пошли. Да. Ну, все, спокойной ночи. Мы пойдем. Да. Я посмотрел, квартирка чистенькая, молодец. Да. Убираешь, полы моешь. Венчик у тебя такой аккуратненький. Блин, Кекс, чё, у тебя сколько пальцев? Сколько пальцев? Вот 2, как у всех. Блин, и у меня 2. А я уже испугался. Ты не отвлекайся, играй давай. Даёшь, молодёжь! Извините, пожалуйста, а можно вас сфотографировать?
Ну что, покажем мальчику класс? Работаем. Вот так. Супер. Данила, по-моему, нас грабят. Я вижу. Но передо мной камера. Я профессионал, я не могу шевельнуться. Дэм, мой браслет. Данила, звони в милицию. Секунду. Алло, милиция? Мне кажется, они нас раскусили. Черт. Стойте! Милиция! Ой, как? Помогите кто-нибудь! Черт! Помогите! Данила! Что делать? Герман! Что там? Вот такие тёлочки. Реально, да? Реально, говорю. Всё, иди смотри. Все, пошел. В первом самое лучшее. Ржавый! 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 Жень, ну успокойся. Ну чего ты все ревешь и ревешь? Расскажи нам, что случилось. Женечка, мы же твои лучшие подруги. Нам ты можешь довериться. Вы, девочки, мне мой Митя изменил. Не может быть. Да. Вот как? Да. А с кем? С тобой. С тобой. Вот сволочь, Пахатлина, с лучшими подругами. Обалдеть! Я просто представляю, как тебе сейчас тяжело из-за этого мерзавца. Ой, девочки, как хорошо, что вы у меня есть. Вот не знаю, вот что я без вас бы делала. Мы же тебя любим. Мы твои лучшие подруги. Это еще раз доказывает, что инопланетяне, возможно, находятся среди нас. Встретимся через неделю в передаче «Паранормальная планета». Берегите себя. Ты понял, укроп? Инопланетяне среди нас. А что ты на меня так смотришь? Кекс! Че? А ты помнишь, как ты на этой планете оказался? Нет. А ты помнишь, как ты на этой планете оказался? Нет. Укроп, мы оба инопланетяне. Штяк. Блин, Кекс. Чё? Значит, нам надо прятаться, чтобы люди нас не спалили. Зачем прятаться? Нас вроде никто и не ищет. Значит, мы хорошо прячемся. Да. Значит, мы умные инопланетяне. 100 баллов, мы выше разума. А что ты мне сейчас ответил? Не знаю, а что ты у меня сейчас спросил? Не знаю. Блин, мы начинаем забывать родной язык. Слушай, Кекс, а мы какие, добрые или злые инопланетяне? Какая разница? Да это важно, Кекс. Понимаешь, мы должны знать,
Нужно нам уничтожить человечество или нет? Не. Давай мы пощадим человечество. Они торт придумали. Точняк. Да. Че, давай телепортируемся на кухню. Давай, поддерживай. Зыль-зыль, кекс. Зыль, как я нарядно телепортируюсь. Я вижу, ты че исполняешь, красавчик. Посмотри, как я ухожу просто в молекулах, растворяюсь. Смотри, я чудо типа угам вообще. Сгорит. Дайте человеку пожар тут тушить. Давай, одевайся скорее. Чего петарду взрывал? Давай. День рождения, расправляйся.